Здравия желаю, товарищ подписчик. Я Андрей Коннор, со мной Даниил. Короче, ребят, мы тут играем в игру под названием Iron Assault, или же игра про Первую мировую. Так, нажимай, короче, на кнопку «Играть», ну, тут вторая кнопка. И сейчас ни в какие сервера не заходи. Секунду. Кстати, ребят, кто играл в World War Z? Есть такая игра, я что-то слышал про нее. World War Z. Так, Макс... Сейчас сервер еще не называется. Я еще его не сделал. Так, Custom Map 3. А это? А это? Испания? А, нет, это Испания. Это... Так, Азия. А, нет, Азия. Может, Европу? Не, Азию. Или Европу. Я не знаю, что выбрать. Ну, допустим, ну, только давайте 1985 год, дата окончания. Максимальное количество игроков 2. И... Все, открыть игру. И там, значит, World War Z. Там такой. О, все. Все, отлично. Старгей, погнали. Ю-ху! Iron Assault. О, музыка начинается. Так. И чё? Так, какую страну? Я выбираю Германию. Я за Германию всегда тащу. СССР ты выбираешь. Окей, все, погнали. Итак, все, покупаем армию. Покупаем себе... Так, я покупаю себе 5 солдат и 1 корабль. Вот так, погнали. Купил. Отлично. Все, ты купил войска? Ага, покупай. Ага. Так. Я, в принципе, могу уже на кого-нибудь нападать. Но только сначала давай я заключу с тобой альянс. Союз. Форма Alliance. Все, короче, я тебе отправил эту штуку. Все, отлично. Так, теперь двигай. И теперь перемещайте свои войска. Нельзя! Все, вот у нас это... Так, я могу войти в Польшу? Пожалуйста. Нельзя, блин! Атакуйте. Но я пока атаковать никого не буду. Я, пожалуй, пока найду страну, которую мы с тобой поделим потом. Давай нападем на Польшу. Найди. Объявить войну. Опа! Погнали, на. Объявляй войну, быстрее. Да, отлично, я победил. О, нифига у него! Нифига! А ты уже объявил войну Польше, ты можешь начинать нападать на нее. Блин, мое северное войско. Так, покупаем. Так, покупаем солдат. Покупаем 6 солдат. Все, моя армия непобедимая. Мы уничтожим вот этих вот всех тварей. Так, опа, у меня тут несколько кораблей тут у меня возле моей территории. Мне, пожалуй, надо сейчас забрать. Давай, кончайте время покупки и время передвиг. Так, все, двигаем корабли.
Опа, так, сюда. Все. Опа. Все, мое войско всех убьет. Сейчас нападаем на Польшу. Так, ты готов? Пора двигать свои войска к территории Польши и нападать на Варшаву. Так. Все. Давай. Все, сейчас через... 5, 4, 3, 2, 1. Погнали, все. Начинаем атаку на Польшу. Быстро, быстро, быстро. Польша захватывает мои позиции. Так. Так, а ты нападай на вот эту территорию. Тут слабые войска. Смотри, сначала нажимаешь на своих солдатов, а потом кликаешь вот на прицел вот эту над солдатами Польши. Погнали. А теперь так же делаешь и вот так над территорией, над этой. Давай. Вот так вот. Теперь нападай на этого. На вот этого вот. Мертв. Теперь быстрее. Ладно, не успел. Ты танком захватил? Не успел ты захватить территорию? Окей. Я пока покупаю себе солдат. Блин, надо было корабли купить, а не... Корабли покупать, а не солдат. Осталось только вот эту часть Польши захватить и все. Так, я готов. Ты готов? Если эту территорию захвачу я ее тебе обязательно продам потом. Так, все, двигаем войска. Так, погнали. Подвожу свои войска к границе Польши. Сейчас мы, по-моему, историю повторим, потому что когда Германия и СССР заключили пакт о ненападении, они на Польшу напали. И разделили ее. Кстати, заметь, мы очень быстро бегаем. Так. О, все время так. О, молодец! Ура! Мы разделили Польшу. Ура! Мы разделили Польшу. Я сейчас даже пропишу команду и Dance. Опа! И Dance. Йоху! И Dance. Во-о-о! Дэн-дэн-дэн, мы жарим картошку! Дэн-дэн-дэн, мы жарим картошку! Пора атаковать французов! Французы слабые! Поэтому мы быстро их захватим! Хотя сначала мы захватим Данию! Ой, блин, а захватывать-то много для Данию! Так, ладно, давайте объявим Дании войну! Я объявляю войну Дании. Объявить войну. Yes. Так, я демократические задания тут пока выполняю. И коммунистические. Давай, сейчас настало время двигать войска. Я тебе продам потом некоторые территории. Так, все, время двигать свои войска. Так, давай вот сюда. Объединение войск. В одно мощное, прочное войско. Так. И теперь подойти к границам Дании. Опа! Блин, я могу вот эту штуку перепрыгнуть, смотри. Смотри, видишь где?
Иди сюда, иди сюда. Я сейчас вот эту штуку перепрыгну, смотри, вот это вот сушу. Смотри. Смотри, раз, два, три. Юху, перепрыгнул. Перепрыгнул. Италия, здорово, Италия. О, все, время атаковать, погнали, нападаем. Пошли. Захватили. Все, первая часть захвачена. Время нападать на Исландию. Но я это сделать не могу, слишком далеко Исландия. О, я, о, смотри, тут твой корабль. Смотри, вот он, твой корабль. Главное, чтобы датчане случайно с Исландии не переплыли к нам и не начали захватывать Великую Германию. Так, все, так, покупаем войска. А как мне атомную... Нифига, фига. Там. Я хочу атом... Я хотел просто атомную бомбу себе купить, в принципе, ну ладно. Быстрее, быстрее. Один, два, все, погнали. Все, купил. Купил себе флот. Потому что мне флот нужен был как раз, чтобы на до Исландии-то доплыть. Все, теперь погнали. Быстро, 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 быстро. Нет, не могу. Да немного. Черт, тут датчанин стоит. Так, все, погнали, сейчас буду атаковать Данию. Оставшиеся датские острова. Погнали. Баба. Дания сдается. Теперь я продаю тебе выбор территорию. Ладно, я сейчас тебе продам ее. Сейчас тебе я ее продам. А не могу отправить ресурсы тебе. Так, на кого же напасть? На кого же напасть? На Испанию, может? На фашистскую Испанию. Коммунистов я трогать не буду. Вы чё? Вы о чём? Ладно, я пока... Пока возьму тут кому... А, всё. Всё, короче, я тебе... Сейчас тебе продам... продам Данию. Все, я тебе отдал территории. Так, все, погнали. У меня только один корабль остался. Текай быстрей! Текай быстрее обратно! Опа! Йоху! Давай, давай! Так, пока мне не с кем воевать, в принципе. Поэтому я сейчас объявлю войну Испании. Чуть позже. Вот.
твои территории вот эти вот еще и вон там. Ага. Я тебе продал. Так, все, время атаковать. Но я никого не атакую. Я сначала прогуляюсь по этому миру и посмотрю, какие тут есть. Что можно... На кого можно накинуть войну? Может, на Ирландию? Так, давай. Все, погнали. Быстрее, быстрее, я хочу купить. Дайте купить. Дайте мне купить. И купить себе еще один корабль и три воина. Короче, теперь я объявляю войну нацистской Испании. Declare war. А, кстати, я коммунистом теперь стал. Ты тоже объявил войну Испании? Быстрее, мало времени. Все, у меня флот пропал куда-то. Не знаю. Опять этот баг проклятый. Финляндия захватила Бельгию. Что-то Норвегия слишком большая, так. Альянс. Все, я теперь друг со Швецией, и я объявляю войну Норвегии тоже. Okay. Ты тоже объявил войну Норвегии? Теперь мы на... Танк у них слабый. Осло. Стокгольм. Ну что ж, Швеция, время тебя спасать. Все, покупаем войска. Так, блин, надо срочно, надо захватить. Так, всё. Мексика, короче, тут на кого-то нападает. Ладно, ребят, мы как-нибудь еще, придется нам в августе только заснять. Ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был я, Андрей Коннор, а также Данил. Всем пока!